Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. И сегодня у нас опять турецкая тема. Сегодня я буду рассказывать про отель, в котором мы отдыхали месяц. Он называется Клеопатра Эдалт. Отель 4 звезды, который находится у нас в Турции, в Алании, прямо на пляже Клеопатра. Это отель, в котором мы отдыхали, как я уже сказала, месяц, и, естественно, у нас сложилось определенное впечатление. Я могу, как туристический эксперт, с вами им поделиться, рассказать плюсы и минусы этого отеля, потому что все-таки отель стоит обозревать. Да? Это довольно-таки отель популярный в Алании, особенно в сезон, даже и вне сезон, поэтому я расскажу вам сегодня все об этом отеле, про питание, про цены, про плюсы, минусы, про все. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Это 4-звездочный отель только для взрослых. Отель у нас 18+, то есть размещение с детьми там невозможно. Для нас это огромный-огромный плюс. Почему? Потому что отдыхать в отеле без детей очень спокойно и очень комфортно. Так что этот отель я могу рекомендовать людям, которые так же, как и мы, любят отдых без детей. Вот. Этот отель находится прямо на берегу моря, прямо на пляже Клеопатры. Идти ровно 30 секунд, полминуты от отеля до непосредственно лежаков. Могу сказать, что это отель, конечно, не 5 звезд, и поэтому от него ждать крутого питания не стоит. Что касается номеров, номера вам покажу после своей речи, тоже вставлю. Номера, в принципе, красивые для 4-звездочного отеля, они красивые, аккуратные, там все есть. Дизайн 4-звездочного отеля Клеопатра Эдалт мне нравится. Красивые номера, очень красивый холл. Для 4-звездочного отеля все очень-очень прилично. Отель работает по системе «Включено», и работает он круглогодично. Обратите свое внимание, потому что очень многие из вас путешествуют также зимой, осенью и весной, поэтому это очень выгодный вариант именно для путешествия вне сезон, потому что вне сезон они чуть ли не единственные в Алании, они работают по системе «Все включено». В Алании всего 5 отелей работают по системе «Все включено» зимой. И Клеопатра Эдалт – это один из отелей, который работает по этой системе зимой круглогодично и по очень выгодной цене. То есть примерно 40 евро в день стоит проживание и полностью все питание плюс алкоголь в день зимой. Это очень-очень дешево. Почему это дешево? Потому что в Алании только один ужин без алкоголя на двоих будет составлять 40 евро. А вы представляете, что вы за 40 евро в день живете вдвоем, полностью питаетесь, несколько приемов пищи, алкоголь, напитки, все, что хотите, все у вас включено. Так что для зимнего, осеннего времяпрепровождения это очень выгодная цена. Я вам советую этот отель зимой вот однозначно. Плюс рядом пляж, это очень красивые виды, можно гулять по променаду, по длинному пляжу Клеопатра Бич. Просто сказка. Расположение отеля сказочное. Мне очень понравился этот отель. Вот именно зимой это просто кайф. Рядом все есть, рядом все магазины, рядом прямо центр. Каждый день рассветы, закаты, все встречаете прямо на пляже. Плюс рядом канатная дорога. Вот прям для зимнего отдыха я вам его крайне рекомендую. Что касается питания. Вот сейчас абстрагируемся от того, что я вегетарианка, от того, как я питаюсь. А я абстрагировалась и буду рассказывать чисто о питании для вас, потому что не все вегетарианцы, не все питаются так, как я, так как питается моя семья, поэтому я хочу лично для вас рассказать то, что да, питание все включено, это вот так вот классно. Но лично для меня питание немножко скудное, вот в обширном, если смотреть, скудноватое, да, то есть, конечно, мы вегетарианцы кушаем постоянно овощи, фрукты, злаки, супы, нам все нравится, но для других людей, поверьте мне, питания этого будет недостаточно. Даже для меня, любительницы морепродуктов, конечно, мне хочется морепродуктов, и для меня, конечно, комфортнее в 5-звездочном, более высокого уровня отеле жить. Поэтому, если для вас питание не особо важно, если вы не ждете
морепродуктов, если вы не ждете огромного количества мяса, если вы не ждете клубники, то вам можно ехать в этот отель. Питание, в принципе, там такое, довольно-таки очень однообразное. Это супы, это курица, это овощи, овощи на гриле, овощи тушеные, брокколи, огромное количество салатов, огромное количество зелени, майонезные салаты, майонезные закуски. А что еще? Фрукты такие сезонные, стандартные, и такие небольшие десерты. То есть питание, в принципе, всегда более-менее такое однообразное, поэтому немножко от него устаешь. Нам, как для любителей рыбы, конечно, немножечко было... Не хватало вот этого, однозначно могу сказать. Вот, поэтому уже смотрите по своему бюджету в этом плане. Естественно, цена отеля зависит от сезона, когда вы отдыхаете. Сезон – это очень высокая цена, потому что отель находится прямо на пляже, и, соответственно, это очень популярное место, популярный отель именно летом. Поэтому летом там, конечно, цена такая немного завышенная. Вы уже смотрите сами, что для вас важнее – питание или расположение. Потому что очень многие выбирают питание, в итоге отдыхают на плохих пляжах, на третьих, на четвертых линиях отели находятся, но для них важно, чтобы было хорошее питание. Прям много было мяса, например, там рыбы и так далее. Для кого-то важнее просто пляж, да, то есть просто пляж и, в принципе, среднее питание, чтобы прям был отель на пляже. Поэтому здесь очень много таких моментов, этих факторов, вы уже смотрите, выбираете, что для вас важнее. Но этот отель крайне-крайне вам рекомендую посетить именно вне сезона. Довольно-таки простая еда тут. Рис, макарон, мясо, такие вот салаты. Курица, халя, цветная капуста, точнее. Заселяемся в нашу комнатку, такой вот Клеопатра Атлас Adult Hotel. Отель только для взрослых, 18+. Вот такой вот, в принципе, стандартный, обычный номер. Две кроватки есть, такие обои, зеркало. Вот, в принципе, такой вот стандартный номер. Отель все включено и зимой, и летом. Прямо находится на пляже Клеопатра. Очень симпатичный отель, устроила и цена нас, и все. Поэтому вот такой вот